Так вот, мы сегодня говорим о строительстве. Строительство всегда должно быть, поверьте мне. Такой вещи не бывает, что вы что-то сделали и что-то вы не хотите построить. Тем более, когда мы говорим о строительстве своего собственного дома. Потому что если вы не будете свой дом строить, он разрушится. Поэтому, если вы купили свой замечательный собственный дом, то все остальное каждый мужчина может делать все дело своими руками. Потому что и у вас, и у меня были такие штуки в детстве, в школе. Это уроки труда. Так что все нормальные люди, все нормальные мужики знают, как обращаться и с кувалдой, и с молотком, и, между прочим, с рубаночком. Возвращение к истокам. Так бы я назвал этот сюжет. Потому что мои истоки ремонта связывались с аркадой. Да, это случилось в 2003 году, когда я себе сделал первый еврик. И все, что я брал в аркаде, что на набережной 14. Но время шло, и я поднялся, да и аркада увеличилась. Но вы должны понять, что неизменно. А это отношение к вам, строители вы наши. Хотя что такое строители? Строителями являемся все мы, мужики, получившие образование на трудах в школе. И некоторое количество наших дам тоже строители. Мы прекрасно понимаем, что некоторые люди не хотят с деньгами расставаться. Но в любом случае, при процедуре строительства вам это необходимо будет сделать, да? Но если мы принесем к вам денежки, то что мы получим? Мало того, что большой ассортимент товара. Что это такое, по сути? Ну, даже если клиент не хочет отдавать все деньги, мы всегда готовы предложить скидку. Это раз. Во-вторых, у нас есть кредит, рассрочка беспроцентная. То есть тоже как альтернатива. Если нет денег даже, допустим, у клиента, он может взять кредит или в рассрочку. Ну, все-таки скажем, что давайте, ребята, с деньгами это будет и для вас вкуснее, и для него в том числе. Вкуснее и для клиента, и для нас в том числе. Кстати, если посмотреть, деньги небольшие. Просто надо понять, что евро делается не из евро. Для нас сейчас евро – это подход. Делаем изумительно и правильно. Ну, очень быстро, как говорится, по звонку доставляют материал. То есть отбирают, и цены лояльные. А теперь про материалы. Все нормальные производственники, по сути, сделают здесь. И Кнауф, да и многие. Но мы-то тоже работаем. Так вот, вам надо понять, что строим материалом богата наша страна. И она богаче всех стран мира. То, что за вашей спиной, что это такое, по сути? Сухие смеси марки Бергауф. Мы говорим о том, что у вас есть дорогие смеси, эти чуть-чуть подешевле, правильно? Да, есть доступные смеси, есть дорогие смеси. Вот там... Но качество одно и то же, по-моему, да? Качество обязательно, да. Все делается на немецкой технике. Хорошо. Это мы еще делаем в России, правильно? Делаем в России заводы на российских мощностях, да. Поддерживаем российского производителя. О, тема интересная. А теперь вы же можете что-то предложить, да, если люди покупают Бергауф? Да, с сегодняшнего дня у нас стартует акция на клей плиточный, керамик. Цена 190 рублей. Акция действует до 31 марта. И на штукатурку аналог Родбанта, Bauputz Gips, 290 рублей за 30 килограмм. И вот о том, что Бергауф любит своих клиентов. Да, это так, она может оплатить ваши переговоры по сотовому. У вас есть клуб Бергауф, что это такое? Каждый строитель при покупке данного мешка, то есть при покупке именно Бергауфа, может вступить в клуб Бергауф и за это получать бонусы, ежемесячно по 3 рубля за каждый купленный мешок. Бонусы начисляются на сотовый телефон в течение... То есть мы о чем говорим? То есть если человек покупает клуб Бергауф, по сути, он может до сотового телефона не платить, потому что да. Бергауф это все дело оплачивает. Да, по сути, да. А вы думаете, что сейчас мы вам представим количество? Зачем? В аркаде есть все, если-то и нету, то привезут со склада. И по сути события, смысл разговора. Ремонтируем с аркадой, получаем все дешевле, чем где-либо. В городе Магнитогорске очень большое количество сетевиков, да ведь? А вы к сетевикам не ходите, почему вы выбираете все-таки аркаду? Ну, аркада, ну, во-первых, здесь большой выбор и обслуживание клиентов. То есть даже при входе в магазин сразу говорят тебе «здравствуйте». И как бы, ну, очень приятно заходить в такой магазин и видеть работнику, который к покупателям относится, ну, с добротой, с душой и всегда рады покупателям. По сути, аркада шикарна. И даже там, где есть аренда. Она тоже есть. Хотя давайте зададим вопрос. Давайте. В любом месте за аренду платите вы, но в одном месте за аренду платит аркада. Потому что все остальное свое, и цена, естественно, ниже, чем где-либо. И вот очередной прикол для сетевиков. Ваши сетевики также располагаются, как магазин аркада. То есть, смотрите, мы приехали на Орджоникидзевский район.
Причем это, скорее всего, восточная часть Орджоникидзевского района. Труда 9. То есть вы здесь то же самое можете себе и купить. Причем по той же самой цене, где мы вам говорили ранее. На Грязнова 24/1. Да, я сюда зашел и подивился. Да ни у кого, ни у сетевиков столько площадей под ремонт вашего дома просто нету. Потому что у сетевиков на площади больше, и туда втирается и сад, огород, и заваленки, и машинки. Круто. Для сетевиков – да, полезно. Ну, с нашей стороны – нет. То есть это максимальный объем помещения, то есть 700 квадратных метров. И все работает для вас. Я лично здесь посмотрел кое-что для своего дома. То есть мне нужны пенопласт. Есть здесь пенопласт, причем стоит недорого. К слову о том, то есть вы берете свой замечательный дом, да? Может быть, что-то снаружи как-то не похоже, да? Но хотелось бы сделать это круто. Так вот, замечательные панели, разные панели, и это в том числе. И мы посмотрели, как у нас сделали евроремонт не в нашей квартире, а чуть-чуть подальше. Так вот, все внутри сделано вот этими замечательными панелями. Быстро, качественно и сногсшибательно. В связи с тем, что здесь широчайший выбор линолеума, у меня возник вопрос. О поле, в смысле о том, над чем мы ходим. О как! Качественный и недорогой линолеум вы никогда не определите и будете думать, что это ламинат. Ваши полы могут быть крутыми, то есть вы можете на полы положить греющиеся полы, это тоже можно здесь сделать, и положить туда плитку, это одна тема. Другой вариант, вы можете положить на такие же греющиеся полы ламинат, он тоже здесь есть. И самый простой вариант, положить замечательный линолеум. К слову о линолеуме. Здесь линолеума очень много в действительности. Я вам показал то, что мне очень сильно нравится. Потому что я в одном месте у себя положил вот такой замечательный, очень качественный линолеум. И все приходят и говорят, вот это все ламинат. Я говорю, да нет, господа, это простой линолеум. Но зато смотрится как ламинат. А тут так, век живи, век учись. Можно было бы за копейки сделать качество. Вот так вот, век живи, век учись. Везде по периметру квартиры лежит ламинат. Но сегодня, сейчас я бы все-таки удешевил бы эту конструкцию. Каким образом? Замечательные стеновые панели. Их много в действительности. Одна панель стоит не таких больших денег, да? Вы ее можете аккуратно распилить. Просто аккуратно распилить и поставить. То есть и это и есть удешевление вашего ремонта. То есть никто бы не понял, почему внезапно у вас вот все сделано вот из таких замечательных стеновых панелей в том числе. Ну а теперь главная тема. Аркада делает это сама. Сама и здесь. И я в действительности рад, что и для наших детишек есть замечательные и грамотные приспособы. Вот это вообще суперовская штука. Это делается в Магнитогорске. Вот эту штуку вы можете поставить и дома в том числе. То есть, ну, маленький ребеночек, да, дали ему немножко. И он здесь может подняться, да, и прокатиться. То есть, смотрите, можно так сделать, а можно... Вот так, причем, я обращаю внимание, видите, переходничок, он и с этой стороны, и с другой стороны, да? То есть, пожалуйста, и дома пускай катается. Если он внезапно куда-то упадет, вот замечательный мат есть. Представляете, да? Потом, когда он немножко вырос, да, вы все это дело просто переносите во двор, ну, если у вас есть свой двор. Или просто дело разбираете и увозите на свою дачу. То есть... Это очень хорошая штука, и она явно пригодится и вам, и вашим детям в том числе. Ну вот так, все круто, дешево и наворочено. И доверимся правилу, что когда вам делают евроремонт, так это можем сделать и мы. Главное сделать все не спеша и точно. И мало того, работая с Аркадой, грамотно тратить сумму на весь ремонт. А меня здесь уже как бы знают, я постоянный покупатель. И я знаю, что здесь постоянно проходят акции, вот у них выходные скидки. Различные акции проводят магазины. Как бы неудобно. Я рядом проживаю. Ну а что бы вы думали? Да, это правда. Я вам предлагаю правила. С этим правилом Аркада глядит в будущее. И честно, все будет абсолютно нормально. Потому как вы, вырастив в своей квартире, подумаете о доме. И как я вам правильно объяснял, что продав собственную хату, вы получаете дом большей площади. И это не общага, а ваш дом. А все, что внутри, можете сделать сами. Мы открыты для всех, мы готовы, все, кто к нам придет, мы рады их видеть. А часто такое случается, что к вам могут приезжать из Орджоникидзевского района в том числе? Бывает, и с новых нам приезжают. Приезжают, ну, бывает, что наш персонал нравится больше, наши менеджеры, поэтому едут непосредственно в наш магазин. И мы говорим о том, что вы, в принципе, так же, как и везде, готовы предложить людям, если вы принесете замечательные деньги, то это будет супер предложение.
Конечно, мы каждому подходим индивидуально, и для каждого у нас свой подход, скидки в обязательном порядке, ну и улыбки. Теперь вопрос о валюте. Да подождите маленько. Хотите отдохнуть? Есть и у нас места недорогого отдыха. Я вам в очередной раз намекаю. Валюта в этой стране никогда вниз не падала. 2-3 года подождем и полетим. А за это время построим себе нормальные квартиры и дома. Возможность такая есть. Главное – ваше желание. Еще одно то самое место. Советская 9. Прямо напротив ГИБДД. То есть, где вы права сдаете, где вы права получаете, где вы машины ставите. Это то самое место. Это для жителей Ленинского района. Все то же самое, в том же количестве, прямо рядышком с вашим домом.